4 января, провинция Дамаск. Продолжается выполнение мероприятий контртеррористической операции в районе города Адра-Ум-Малия. Выполнение операции затруднено наличием в городе большого количества жителей, которых бандиты используют как живой щит. Кроме того, не прекращаются зверства исламистов над мирным населением. Командование сирийской армии, несмотря на противодействие со стороны террористов, делает все, чтобы обеспечить выход гражданских лиц из зоны боевых действий в безопасные районы. На одном из участков военнослужащие, увидев, что доведенные до отчаяния жители предприняли самостоятельную попытку выхода из города, сделали все возможное, чтобы создать им коридор. Больных, ослабевших и раненых людей буквально выносили на руках под пулями террористов. Благодаря смелым и решительным действиям военных, большое количество жителей под прикрытием армии были выведены из-под обстрела и отправлены в тыл, где им оказана первая помощь и выделен транспорт для эвакуации. Люди с ужасом рассказывают о жестоких расправах над мирным населением, о потерях близких и родственников, о зверствах, которые творятся в городе в эти страшные дни, с тех пор, как террористы ворвались в Адру. Нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены в лечебные учреждения. В ближайших населенных пунктах развернуты специальные центры приюта для беженцев, где есть все условия для размещения людей, где им оказывается медицинская и гуманитарная помощь, где они находятся под защитой армии. Хомс. В провинции Хомс вооруженные группировки различных террористических организаций не прекращают попытки проникновения на территорию Сирии с сопредельной ливанской территории. Только за последние несколько дней подразделениями пограничных войск Сирии совместно с сирийской армией пресечено несколько таких попыток прорыва крупных бандформирований. В ходе боев уничтожено большое количество террористов. Изъято их оружие, боеприпасы, средства связи и другое военное имущество. Агентство «Анна Ньюс», Марат Мусин, Игорь Надыршин, Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Сирия.